Нур Фетахоглу или Нур Айсан, киноактриса из Турции, признание публики которой принесла роль Махидевран Султан в историческом многосерийном фильме «Великолепный век». Колоритные декорации и костюмы, романтическая история на фоне драматического и захватывающий сюжет – все эти факторы помогли Нур полноценно раскрыть свой творческий потенциал. Но сегодня более детально поговорим про ее личную жизнь. У Нур было два брака. Первый супруг Айсан был видной личностью в мире киноиндустрии, но этот брак распался спустя 4 года. После развода актриса вернула себе девичью фамилию. Ее фанаты решили, что это решение кумира было обусловлено нежеланием предаваться негативным воспоминаниям о расставании. Однако знаменитость опровергла эти предположения. Нур пояснила, что она сделала такой выбор по причине возникающих слухов о том, что Нур оставила фамилию супруга только потому, что можно получить выгоду, так как он значимая фигура в киноиндустрии. Женщине не нравились эти слова, она решила доказать, что талантливая и сама по себе. Детей у пары не было. В конце октября 2013 года Нур стала супругой турецкого предпринимателя Визиргоа. Спустя 2 года пара объявила о разводе, но уже весной этого же года Нур и Левент возобновили свои отношения. Вторая попытка помогла молодым людям беречь друг друга, и поэтому в феврале 2016 года Нур родила супругу дочь Элису Гюзюн. Увлечение Фетахоглу, музыка и живопись. Девушка любит слушать классические произведения и творчество Джона и Рамазотти.